вторая Тихоокеанская эскадра флота Российской империи. 19 кораблей погибло в бою, 2 подорвано своим экипажем. 5 кораблей и 2 госпитальных судна захвачены в плен противникам. Интернировались 3 крейсера, 1 эсминец, 2 вспомогательных судна. Прорвались во Владивосток. 1 крейсер 2-го класса, посыльное судно, 2 эсминца-истребителя. Из 14 334 русских моряков и офицеров 5015 человек погибли, 803 были ранены, 6106 попали в плен. Соединенный флот Японии. 3 миноносца погибло, убито и ранено 699 человек.